Скажите, когда были последние сообщения о подростках? Сообщение по данному недостроенному сооружению поступило нам 6 марта 2021 года. Сообщение о том, что несовершеннолетние дети в количестве 6 человек находятся на недостроенном здании, фотографируются. На данную стройку были вызваны сотрудники службы спасения, которые прибыли сюда. После них прибыли на место участковый уполномоченный, инспектор ПДН. На месте были установлены 6 несовершеннолетних, которые находились на данной стройке. Несовершеннолетние были сняты со второго этажа данного здания. Вот, и доставлены в участковый пункт полиции, расположенный на Мысникова 3А, где в присутствии законных представителей с ним была проведена профилактическая беседа, направленная на недопущение более появления на недостроях, заброшенных помещениях и зданиях, сооружениях. Также родителям было указано на более внимательное отношение к времяпрепровождению своих детей, на то, что необходимо организовывать досуговую деятельность. Вот. Были предупреждены родители об ответственности за неисполнение родительских обязанностей, в частности, вот, неорганизации досуга. Скажем так, все друг друга поняли, вот, пообещали более такого не совершать. С детками мы систематически проводим также в школах профилактические беседы, направленные на безопасность поведения своего, о том, что недопустимо находиться на таких вот площадках, строящихся площадках, будь они то огороженные, не огороженные, недострои, здания, подвалы, что это небезопасно для жизни и здоровья, мы деткам указываем. Вот, и стараемся, как бы, чтобы они не допускали появления своего, несмотря ни на что. Хочется пофотографироваться, конечно, возможно, хороший кадр поймать, но... Что будет дальше? Да, нами были направлены письма информационные в прокуратуру Кировского района, а также в администрацию Кировского района для принятия решения по их компетенции. Да, конечно, да. Было указано, что данное строение у нас, как видите, не огорожено, не охраняется, должным образом не законсервировано, оконные проемы, дверные проемы не имеют решеток, то есть свободный доступ имеется на данное сооружение. Спасибо.